Информационный день телеканала протягивают новин региона. У студии Наталья Игнатенко. Добрый день. Сегодня у Минску 12 годин распачался 5-й всебелорусский народный сход. Его делегатами являются 2500 человек, 350 из которых представляют Гомельскую область. За выступлением президента страны Александра Лукашенко у прямом эфире пильно сочили на многих предприятиях и организациях региона. Размова об выниках и перспективах социально-экономичного развития страны на сучасном этапе. Вызначение проблемных питаний и шляхов их вырашения. У выступлении керовника державы была так само закранута тема внешней политики Беларуси, партнерских отношений с разными краинами свету. Уважливо сочили за докладом президента и у Белорусском державном университете транспорту, после чего поделились своими думками с нашими корреспондентами. Это сама по себе идея всебелорусского собрания очень правильная. Это обратная связь с обществом, потому что невозможно все спрогнозировать самостоятельно. Нужно спрашивать мнение. И вот это самое главное. Главная правильная идея, которую вот я и раньше придерживался, сейчас это вижу. Но меня, как и всех, волнует благосостояние. Ну и мы все равно знаем, что живем в непростом мире. И в своей приветственной речи президент отразил все эти вот вопросы, и они нашли понимание. Нагадаем телеверсию доклада керовника державы, а так само иншие, наибольш яркие выступления и моменты 5-го Всебелорусского народного сходу вы сможете увидеть на белорусских телеканалах у вечернем эфире сегодня и завтра у 21 годину. Митинг «Реквием», присвеченный 75-годию с дня початку Великой Айчинной войны, прошел сегодня у Гомелі. На площади працы каля вечного огню собрались ветераны, керавництва в области и города и все те, кто вырашил отдать данину памяти ахвярам самой страшной войны 20-го стагоддзя. 22 червня у первые годины после объявления об нападении гитлеровских войск на Советский Союз люди еще сподевались, что отримается заховать мир у Гомелі, что война обмене их родиму. Але уже у вечера почулися первые выбухи. У городе над Сожем почалася война. С первых ее дзён тысячи гамельчан отправились у деючую армию, а предприемства города перевели на выпуск военной продукции. Например, Гомсельмаш начал выраблять мины и снарады. Тут же ремонтовались танки, артиллерийская зброя, автомашины. Гомель передал у фонд обороны практично увесь автотракторный парк. Коней, фураж, значную частку харчовых запасов. Помешканні школ, в училищах, техникумов и пединститута были отведены под шпитали и размещение войсковых часток. Вокруг областного центра гараджане выкопали супрацьтанковый ров протяглостью 28 километров. На початку липеня было принято решение об эвакуации промысловых предприемств при фронтовой полосы и мясового насельництва. Так на Урал, у Казахстана и Сибирь переместили свыше 40 предприемства, перевезли больше как 80 тысяч гамельчан. Причем работа велась при амаль бесперапынных бомбежках. Подступы до Гомеля обороняли два десятки армий. Але 19 жнивня немецкие войски захопили Гомель. Два года город находился у полоне ворога. И 26 листопада 1943 года первым из областных центров Беларуси был вызволен от фашистов. День скорби и памяти. Это очень тяжелый день для старшего поколения, который прошел всю войну, все лишения и послевоенные лишения. Вот. Ветераны за то, чтобы таких дней у нас больше не было. Вообще. Не было того, что мы пережили. Вот уже мы, смотрите, столько лет, 71 год живем, без выстрелов. Как завидуют нам белорусы. Все белорусам, что мы живем, понимаете, в такой стране, как Беларусь. Гордиться надо, что я белорус. Вахта памяти, присвеченная 75-годию початку войны, отбылась в Гомельском районе. До маршруту гонору и смутку по памятных боевых местах долучилась Катерина Сапельникова. Маршрут организованы таким чином, как наведать все места обороны Гомеля у 1941 году. Свой шлях делегации с представников улады политичных и громадских объединений начала с складания кветок до братерской могилы под Польшиков на аллее героя у Гомелі. Наступная кропка маршруту – оборонший пункт у Покалюбичах. Хвилина молчания. Тут ушановали подвиг каждого, кто не вернулся до дому. Здесь держали оборону ополченцы,
полка Гомельского и 53-й дивизии НКВД. То, что мы понесли жертвы огромные, мы об этом должны постоянно помнить, чтобы такое больше не повторилось. А мой отец, летчик-истребитель, в 44-м году защищал небо Гомеля и познакомился с мамой на танцах в парке Луначарского. И таких было 9 орлов, 9 человек. Слава Богу, все живые. Далее шлях делегации пролягал до братерской могилы у костюковцев. Тут поховано 30 воинов, которые загинули в боях за вызволение поселка. До речи, напередодні 70-годия Великой Перемоги тут упершиню заклали капсулу часу. Для подножия войскового похования зараз размещено послание до нащадков от 23 ветеранов Великой Отечественной войны. Основная мета вахты памяти – захование исторической правды об Великой Отечественной войне и светлой памяти об каждом герое. На обороне Гомеля смагалося 29 партизанских бригад, которые объединяют 117 отрядов. За героизм и мужность, проявленную в борьбе с врагом, звание Героя Советского Союза присвоено больше чем сотни выходцам с Гомельщины. Меж тем, сегодня в Гомельском районе живут 92 ветераны, которые самоотдано смагалися за нашу мирную, счастливую будущую. Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Меж за 2 тижні засталося до головной финансовой подеи краины – деноминации. Новая личбовая система, новые банкноты. Экономисты тлумачать – это добрый посыл на снижение инфляции и умацывание национальной валюты. Правоохранники попереживают – застерегайтесь подробок и махляров. А пошний раз выгляд наших грошей менялся 16 годов тому. До речи, прикладно у той же час появилась и европейская валюта. Усё гэта выклікала моцную хвалю подробок новых банкнотов. Правоохранники закликают, як мага лепш ознайомиться с тем, как выглядают новые банкноты и монеты. Зрабіць гэта можно на сайте Национального банка Республики Беларусь и по информационных расклейках у банках и гандлёвых кропках. Первое, что треба запомнить, усе гроши маркированы 2009 годом. Их свободный зворот почнется не ранее за 1 липеня. Атрымать монеты и новые банкноты можно только после этой даты. Специалисты закликают громадян быть уважливыми, каб не стать ахвярами махляроу. Атрымать новые веды, продемонстрировать таленты и позмагаться за звание лепших. 9 дней напруженной борьбы и веселых отпочинку провели в Гомельском районе удельники 18-го областного взлета юных выратовальников пожарных. Традиционная встреча отбылась на базе Приборского профессийного аграрно-технического лицея. Организаторами выступили 2 областные управления – Министерство по надзвичайных ситуациях и адукации. У этом годе на взлет приехали команды с Гомельского, Рогачевского, Речицкого, Житковицкого районов и Гомеля. Хлопцы и учаты демонстрировали свои творческие здольности, веды основных правил пожарной безопасности, туристские навыки и строевую подрыхтовку. У вынику 3-е агульнокомандное место заняли вучни Гомельской средней школы номер 4. Другое отримала школа номер 7 города Речицы, а абсолютным переможцем стала команда 9-й школы города Гомеля. Ее навученцы представят нашу область на республиканском взлете юных вратовальников пожарных. Очень здорово, это интересно. Все ждут этого конкурса, и как бы все вылаживаются по полной, показывают себя ребята там. Мы хотим, чтобы наши дети выросли нормальными гражданами Республики Беларусь. Просто кем он будет потом, или хорошим трактористом, или хорошей учительницей, или медсестрой она будет, или станет он нормальным военным, или милиционером, или спасателем, тут уже без разницы. Главное, чтобы он был хорошим человеком. Гэты, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершены. У студии працавала Наталья Ігнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалага дня. До новых встреч у эфиры.